Добрый день, уважаемые рыбоводы! Хочу вам рассказать про кормушки, которые мы делаем с Владимиром Николаевичем. В этом ролике я хочу вам рассказать про маятниковую кормушку. Вот она у меня стоит в пруду и раздает зерно для карпов кои. Эта кормушка не требует затрат электричества, и рыбы сами едят по мере надобности. Они потихоньку дотрагиваются до маятника, и он начинает, вот сейчас того, что дернули, кормиться сами рыбы начинают. Также мы с Владимиром Николаевичем придумали и сделали кормушки электрические с Wi-Fi. У нас целая получилась линейка кормушек. Правда, вчера у меня забрали одну кормушку с датчиками параметров воздуха, температуры воздуха и влажности воздуха. И еще две кормушки на прошлой неделе забрали. Так вот, мы разработали серию кормушек, значит, они у нас с Wi-Fi сделаны. Есть обычные кормушки, которые кормят по реле, то есть кормушка включается на заданное количество времени. Все управление сделано через наш облачный сервис по учету за рыбными фермами. Также мы разработали кормушку, которая кормит по весам, то есть каждая наша кормушка оснащена весами на 10 килограмм. И раздача корма идет четко по весу. Точность раздачи примерно от 2 до 5 грамм. Так, ну что я хочу сказать. Кормушки мы испытываем у себя. И в принципе можно, я думаю, уже продавать. Поэтому, если будут какие-то вопросы, пишите, звоните, оставляйте в комментариях. До новых встреч, друзья!